Всем привет! Сегодня мы приготовим сырники с бананами без яиц. Банан разминаем вилкой. Добавляем лимонный сок, чтобы не потемнел. Творог. Манная крупа. Сахар. Ванильный сахар, соль. Перемешиваем. Делаем сырники. Обваливаем в муке. Обжариваем на растительном масле на небольшом огне до золотистой корочки. Сырники с бананами готовы. Очень вкусный и простой рецепт. Рекомендую приготовить. Желаю всем приятного аппетита и удачного дня. Заходите, подписывайтесь. Пока-пока, до новых встреч!